Так, ну снег. Вот такая красота на апрель на подоконнике. Поздняя любовь во всей красе распускается на бутонах. Сколько много бутонов на фоне черной листвы, ярко-белые цветы махровые, просто очарование. Последняя любовь выращена из листочка, тоже мини. Ну, это всем известная шикарная Petit Blanc, лесть. Просто не сосчитать, сколько она бутонов несет. Цветение продолжительное, очень продолжительное. Отзывчивая фиалка, неприхотливая на подкормке. Это мой любимый подснежник. Ой, игра в бисер. Посмотрите. Вариегатная листва на фоне цветочков. Шапочкой просто покрывает. Это вот, наверное, максимальное цветение. Я думаю, второе уже. Вот такая красавица. Все мои фиалочки стоят на подоконнике, на восточном окне. Обязательно на утеплителе, потому что еще холодно. Порхающие бабочки. Моя тезка Ленина с герл-листвой вот такой шикарной. Цветочки, как бабочки над самой фиалочкой. Шикарное сочетание герл-листвы и вот такое вот неповторимое, я бы сказала, цветение этой фиалки. Фиалки в моей коллекции — это все миниатюры, долго цветущие, неприхотливые. Вот такая вот красавица. Следующая фиалочка — это у нас клубничный капкейк. Уже не миник, не полуминик, то есть большая у нас уже фиалочка получается. Вот такие вот зефирки розовые. С обилием цветения вариегатность уже чуть меньше становится. До цветения она была выражена ярко, светло-желтым. Сейчас она теряется. Но, как пишут многие, кто имеет данный сорт, вариегатность теряется именно вот, когда она полностью расцветает. Вот здесь на бутончиках. Бутончики как пиончики собранные. А распускается вот так махровость розовая. Камера не передает, но цветочки все на переливе, как и листва. Очень переливаются просто блеском шикарным. И листва также блестит. Следующий сорт моей коллекции — это подснежник. Я не могу сосчитать, сколько на нем цветов. Это просто тоже богатый очень на цветение сортик. Опять же, вариегатный, листву имеет вот такую выраженную по краешкам, вот бело-желтую, зеленую, вернее. И сами колокольчики. Их просто тьма тьмущая. Посмотрите, какая красота. Это всего лишь один вот цветочек. Один. Цветение также очень продолжительное у данного сорта. Завораживает, конечно, просто
золотыми колокольчиками по краю, которые имеют зеленцой такой вот. То есть все сорта в моей коллекции очень красивые и неприхотливые. Ну, это у нас линейка. Вот такая она у нас. Имеет бутончики-шишечки еловые, как у елочки. То есть данный сорт тоже цветун. Вот такой вот красавчик. Неописуемый сорт. Ну а здесь представлена красавица Джоли. Тоже как бабочки, то есть цветоносы выделяются. Вот такие нежно-белые цветочки, приподнятые над самой фиалочкой. Тоже очень красивый, достойный сортик. Первое цветение, цветочков немного, но все равно вот такие вот они яркие, с розовой сердцевинкой. Ну а здесь зацветает ландыш серебристый. Повторное цветение. Первое цветение вы можете посмотреть в ноябре на моем канале. Я вам показала небольшую свою коллекцию мини-фиалок. Яркое, насыщенное цветение в апреле многих сортов. Всем красоты на подоконниках, как и в душе. Подписывайтесь на канал. С вами была Нинеля, мой садик. Всего доброго.